Привет, друзья! Сегодня у меня пенсия. И я пошла в магазин за лампочкой. Лампочка у меня перегорела на кухне, поэтому я поперлась. Но, как истинная женщина, с одной лампочкой это все не закончилось. И я приобрела вот такую вот кучу товара. Но я считаю, что я купила себе все нужные вещи. Итак, я хочу с вами поделиться, что же я купила. Я хочу начать вот с этой щеточки. Это щетка для мытья посуды с дозатором. Вот такая вот красивенькая щеточка, хорошая щетина, значит, откручивается, и здесь откручивается. Сюда наливается, я так понимаю, какой-то гель для мытья. И вот тебе, пожалуйста, вот раз нажал, и сюда и оно пырскнуло. Я думаю, я буду ей довольна, не буду сейчас наливать. Вот эта щеточка стоит 19,90 гривен. Я забыла сказать, эту щеточку я приобрела в магазине АТБ Маркет. И в этом же магазине я купила топпинг фирмы Эми шоколадный. Этот топпинг стоит 28,80. Здесь 280 граммов. Также в АТБ я купила вот такой вот салатник с цветным дном, фиолетовое дно, а так оно бесцветное. Красиво будет смотреться здесь салатики. Салатник, он стоит 31 гривна 90 копеек. Тоже в АТБ. Здесь же в АТБ я купила вот такие вот ножницы универсальные, кухонные, производство Украина. Эти ножницы стоят 29,90. Здесь же я купила вот такую вот салфеточку. Вы посмотрите, она настолько мягусенькая, настолько приятная. Небольшой такой маленький размерчик, где-то приблизительно 20 на 20. Вот такой вот размер. Теснение красивое. Очень мне понравилось. 12 гривен стоимость ее. Дальше я проходила мимо магазина Красный Маркет. И здесь я приобрела вот такие вот креманочки шикарные. У меня есть, конечно, много креманок. Но эти настолько мне понравились, ну просто я не могла не взять. Одна креманочка стоит 41,96. Я приобрела таких 4 креман. Я шла, собственно говоря, за лампочкой. Я эту лампочку купила. Вот лампочка LED, энергосберегающая лампочка. И она стоит 24,99. В этом же магазине я приобрела освежитель воздуха. Вот такой вот освежитель воздуха. 500 миллилитров здесь. Запах нежный ландыш. Очень приятный запах. Я люблю ландыш. Обожаю просто. С дозатором вот пурскает. Очень даже классно. Ой, по всей кухне такой ландыша запах пошел. Так, и здесь же в Красном Маркете я купила вот такой вот набор щеточка и расчесочка. Детский такой набор. Это будет мне подарок для внучки. Оранжевый подарок. Оранжевый. Так, это производство Украина. Так, дальше в этом же магазине я приобрела вот такой вот дневничок. Ух, напырскала я освежителем воздуха. Вот такой вот дневник. Завтра 23 февраля. И я подарю этот дневничок своему младшему сыну Сереже. Вот такой вот красивенький, хорошенький. Не буду открывать, потому что это мне на подарок будет. Забыла сказать, что вот этот вот наборчик расчесочек стоит 37,30. А дневник, ежедневник, стоит 121 гривна 15 копеек. В этом же магазине Красный Маркет я приобрела вот такую вот ложку. Она такая глубокая, она мне очень понравилась. Здесь такая вот глубокенькая, очень даже удобная. Производство Китай. Стоимость такой ложки, ложка пластиковая, стоимость 24,50. И в этом же магазине я приобрела, ну, такую салфетку. Вот такая вот
красавица. Небольшая. Размер 30 на 46. Так, тоже китайская. Такая салфетка стоит 26,99. Всего-навсего. Такая недорогая. Вот тоже, ну, я все цены называю в гривнах. И зашла еще в один магазин, так как в Красном Маркете были только такие лампочки. А мне нужны были вот такие вот лампочки. Вот такие. Я приобрела, значит, две вот таких вот лампочки. И еще вот такие вот лампы на 6 вольт или ватт. Не знаю, как называется. 5 таких, таким тоненьким цоколем. Потому что эту я купила с таким толстым цоколем. А здесь тоненький. И эти лампочки стоят 5 лампочек по 18 гривен. И 2 лампочки тоже по 18 гривен. То есть всего я заплатила в этом магазине 126 гривен. Вот. Ну, вот такие вот покупочки у меня в пенсии получились. Шла за лампочкой, а приобрела вот такую кучу, ну, я считаю, нужных вещей. Очень даже нужных вещей. Ну вот и все. Все мои покупки. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Но не оставайтесь равнодушными. Всем пока-пока.